Решили съездить самостоятельно в город Дедим. Для этого взяли такси. Оно будет нам стоить 125 турецких лир в одну сторону, а может быть и две. Сейчас уточняем этот момент. Это примерно около 20 долларов сейчас. Меньше 20. Там есть торговый центр. Хотим посетить его, купить вещи, посмотреть по городу, погулять. Поехали! Вот наша команда. А мне взяли ребята наше такси. Смотрите. Опа. Сидушка, опа, откинулась. И получается уже. Поняли, как работает, да? И вот, пожалуйста, и все сядут. How are you? Thank you, fine. How are you? I'm good. Hello, I am Turkish. Вот такое такси прикольное, раскладывается трансформер сзади. Наш водитель, он из Турции, удивительно, да? Нас привезли, показали по пути памятник Ататюрку, показали магазин, где хорошие цены на вещи. Котон он называется, он у нас там остался, мы в него сходим. С водителем договорились, что мы созвонимся или смс-ку мы отправим, он через 10-15 минут приедет. Окей, окей. Бай-бай. Бай-бай. Ну, вот LC Вайкики. Пойдемте в него. На входе мерят температуру и вперед. Первый этаж. Всего их здесь три. На минус первом этаже LC Waikiki вот находится мужской зал. Спускаемся. Ну что, Вайкики покорен. Вот такая сумочка. У ребят тоже не меньше. Мы дальше идем в магазин Коттон или Котон, как он правильно здесь называется. Нам его порекомендовали. Посмотрим, что есть там. Мы зашли еще в Нави магазин одежды. Тоже посмотрели. Там более высокие цены, чем в Вайкики. Раз в два на вещи. И качество чуть лучше. Также махал. Стоимость топлива. Дизель 5,84, евро дизель 5,87 и 95 6,78. И 3,82 это газ. И тут же Мигрос магазин торговый.